наверное. А, процент явки 62-27. А по кандидату? Вот в порядке, значит, в изложенном бюллетене, да, 4-65, 13-06. А можно с фамилией, я прошу прощения? Жириновский 4-65, Зуганов 13-06, Миронов 6-61, Прохоров 15-52 и Путин 58-77. А это на какое время и по какому это объекту? Это уже 100%. Окончательно, это уже от времени уже не зависит. Где можно 100%? Конечно. Итак, коллеги, значит, если вопросов больше нет, пожалуйста.